Лекция «Основные жанры научного текста. Начало исследования. Введение к исследовательскому тексту». Цель лекции – познакомить студентов с основными понятиями жанра научные, жанр реферата, монографии и так далее. Итак, план, что такое жанр, какие жанры научные нам известны, чем отличаются жанры реферата от монографии и жанр рецензии от жанра аннотации. Итак, также вы можете обратиться к литературе Безрукова, В.С. Написание реферата курсовых дипломов Квинец. МБ, академическое письмо, учебное пособие Сухум 2018 года и Юлен Кувшинская и другие авторы, академическое письмо от исследования к тексту учебник и практикум для академического бакалавриата, издательство Юрай 2019 года. Итак, что такое жанр? Это определенная разновидность текста, обладающего своими специфическими особенностями и тем самым, как следствие, имеющие специфические способы языкового оформления структуры объема. Все результаты научной деятельности исследователя, представленные текстами, относящимися к различным жанрам и к разным сферам деятельности. Например, автор, обучающийся в магистратуре, готовит для защиты свой главный научный текст жанр, магистерскую диссертацию, а промежуточные результаты своего исследования обычно излагает в виде научных статей. Заметим, что регламентируется даже количество статей, их за время обучения должно быть опубликовано не менее 4. Также, естественно, и дипломная работа. Так, жанровую принадлежность текста определяет совокупность следующих компонентов, параметров, структура, объема, количество источников, так объемы, то есть общее количество страниц печатного текста разных работ отличаются значительно. Курсовая работа, общий объем 25-30 страниц, дипломная работа 60-70 страниц, дипломные магистерские диссертации до 100 страниц. Речь идет, конечно, не о формальном требовании соблюдения этого объема, а о необходимости подчинять содержание научной проблемы строго очерченным правилам его оформления в виде письменного документа. Вместе с тем обращаем внимание студентов на то, что не объем работы определяет ее качество, а глубина раскрытия темы, доказательность выводов о соответствии работы критериям академизма, академического стиля. Кроме, собственно, текстов, которые выступают результатами научного исследования студентов, в частности, речь идет о таких жанрах, как курсовая работа, дипломная работа, научный проект, магистерская диссертация, автореферат, научная статья, тезисы. Существуют и такие жанры, в которых отражаются, описываются различные этапы исследования, отчет, а также сопровождающие основной научный текст, аннотация, резюме. Кроме того, некоторые виды работы, необходимые для осуществления научного исследования, реферат, конспект. Так, всем, кто профессионально занимается научной наукой, знаком такой жанр, как автореферат, который представляет собой сделанное автором реферат собственной работы, если диссертация излагается на 10 страницах, то автореферат должен состоять не более чем из 30 страниц. Он включает в себя все структурные элементы текста диссертации, введение, основная часть и заключение, а также в нем
Предлагается неполный список использованных и наиболее часто цитируемых источников по рассматриваемой теме. Все авторы рефератов обладают одним очень важным качеством. Они единообразны, то есть не допускают внесения собственных элементов. Именно эта стандартизированность отличает текст автореферата от текстов других жанров, например, научные статьи, имеющие относительно свободную композицию и параметры актуальности, новизны исследования, практической значимости, которые являются необходимыми элементами любой научной работы, является отражением жесткой логики изложения научных результатов исследования. Очевидно, что начинающие исследователи сталкиваются с такими трудностями, поэтому знакомство и чтение авторефератов по избранной теме позволит студенту ориентироваться в своей теме. Кроме того, в автореферат включены еще два текста. An abstract. Так, для автореферата, написанного автором на русском языке, прилагаются тексты объемом не более 2 страниц на казахском и английских языках. Отметим, что создание таких текстов, как реферат, конспект, резюме или, например, аннотация, становится результатом аналитического чтения, то есть работы с научным текстом. В основе алгоритма данных видов работы с научным текстом лежит принцип компрессии первичного научного текста, сжатия и переработки информации. Так, в ходе обучения в университете студенту часто приходится сталкиваться с таким жанром, как отчет, например, отчета о прохождении профессиональной практики, который предполагает соблюдение хронологического принципа. В нем, как правило, излагается информация о проведенной работе за определенный период. Этим обусловлена композиция отчета. А указание сроков отчетного периода и назначений и характер деятельности, как бы была организована работа, проведена конференция, на которую были обозначены цели и задачи практики, сроки исполнения, обозначены формы отчетности и сроки сдачи отчетной документации, что было сделано за отчетный период. В заключение подводится итоги результата прохождения практики. Остановимся несколько подробнее на таком малом жанре, как аннотация. Такая характеристика абсолютно оправдана, если учитывать, что жанр аннотации используется в статье как необходимый ее структурный элемент. В среднем объем аннотации 500 печатных знаков с учетом пробелов и знаков препинания. Содержание аннотации определяется следующими моментами. Она представляет собой краткую характеристику научной статьи с точки зрения ее назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. Аннотация выполняет следующие функции. Дает возможность установить основное содержание научной статьи, определить ее релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи. Используется в информационных, в том числе автоматизированных системах для поиска информации. Аннотация должна включать характеристику основной темы, проблемы научной статьи, цели работы и ее результаты. Аннотации указывают, что нового несет в себе данная статья в сравнении с другими родственными по тематике и целевому назначению. Итак, спасибо за внимание. Пожалуйста, как прослушайте лекцию, ответьте на вопросы.